Вы когда-нибудь сами ходили в магазин? Да. Да. Пока что не ходил. Нет. Нет. Да. Да. А что вы там покупали? Я покупала масло, молоко. Я хлеб. Обычно за хлебом хожу. Я сметану. Я там молоко, хлеб, все такое. Бабушка меня отправляла за хлебом. Я покупала хлеб. Я покупала яблоко. Как вы думаете, из чего складывается цена? Чтобы зарабатывать деньги продавцам. Заплачивать, чтобы. Цена берется черная пятница. Хлеб, продукты, что они не будут бесплатно стоить. Цены назначают, кто создал, например, там магазин. Сравнивают по весу. А почему одни товары стоят больше, чем другие? Да, некоторые цены, например, там молоко, ценники такие остались, которые очень мало стоят. А большие цены, например, закончились. Ну, потому что одни товары, они маленькие, поэтому дешевле стоят. А большие товары, они дорогие. Ну, наверное, из чего они состоят. Может быть, слышали, что взрослые говорят, цена повысилась? Да, да. Как думаете, с чем это связано? Повышаются, это то есть они становятся больше, как, например, от 1 до 10. На машинное масло. Раньше было там, например, 50, а потом сразу 100. Уже как-то магазины могут закрыться, туда будет нельзя ходить. А можно ли сделать так, чтобы цены всегда были одинаковые? Ну, конечно, можно, если быть директором магазина. Нет. Сейчас они, наоборот, повысились.